Результат обстрела украинскими войсками по поселку Семеновка. Вот очередная радость для мирных жителей. Смотрите, горит дом. Вот такая воронка от голубичного снаряда осталась на этом месте. Вот, посмотрим, какая она. Вот, можете сопоставить. Видите, кусок шифера куда ушел. Подойдем поближе, посмотрим. Мирно жили люди. Пришли украинские войска, которые борются с сепаратистами и террористами. И разрушили их жилище. Алло, есть кто? Вот так пылает это здание. Там еще его друзья есть. Сейчас по одному. Ополченцы. Так, вот еще результат обстрела. Дом горит. Это уже второй дом. Только за полчаса. Вот что осталось от места, где жили люди. Вот то, что происходит в Семеновке 4 мая. Уже несколько домов разрушены и пылают. Отлично. Ярош прикурил. Сейчас я ему ставлю сигарету. Этому в горло попал. А, не, это старая мишень. Глаз кончился. Смотри. Сейчас подкурим. Нормально. На пластырчик, на место. Это громозелька. Надо было с выстрела подкурить. Нормально. Ну так вышло, что ж сделаешь теперь. О, нормально, чуть-чуть ниже бери. Чуть-чуть ниже, давай. Давай. Не все, опять. А ну попробуй перезавести. Подожди. Я его допустил. Слушай, если это в эфире прошло... Давай. А я узнаю. Давай. Это что? Это видео. Это видео. Все? Это не туда, или может не доходя падает. Ну вот тут рядом. Так. Боец капитан, куда они били-то? Похоже на направление на микрорайон Химик. Вот. Не знаю, только снаряды долетают или нет, но именно в том направлении падают. Большие снаряды. Это гаубица?
Или гаубицы, или, скорее всего, может быть, система минометного огня, система или град, или ураган. Вот, судя по сильным разрывам. Понял. Вот и тому, что лупят сразу, 2-3 взрыва идет сразу. Так. И калибр большой. В общем, война идет самая настоящая с мирным населением. Даже не по позициям, а по просто домам. Запугивают. Понял. Здравствуйте. Здравствуйте. Бьют по заводу. Это же завод, да, как? Да, на территории Химпрома находится много химических веществ. Фосфаты. А это разве Химпром? Да. А говорили, это соляной какой-то. Нет? Это Химпром. Вот смотрите, химический завод, по нему бьют из тяжелой артиллерии, из тяжелых минометов. Залповый огонь. Залповый огонь. В случае разрушения цехов этого завода, город будет просто отравлен. Там есть хранилище с веществами фосфаты. Фосфаты там хранятся и ёмкость с аммиаком. Вот это облако может город весь накрыть. Слышали? Если аммиак и фосфаты накроют весь город, то это будет проявление любви украинской власти к народу, который она считает своим. Никаких других проявлений любви мы не знаем. Вот еще видеосвидетельство. Это внутренности дома, в который попал снаряд по моей наводкой 3 мая, во время того самого боя. Вот что стало жилищем людей. Этот дом находится неподалеку от передовых позиций ополченцев. Батальон Моторолы, смотрим. А это вот уже сегодняшнее попадание. Был замечательный топ. А теперь руины. Здесь разводили цветы. Вот. Это такой мини-ботанический сад для ценителей необычных растений. Вот что осталось вокруг. А это результат выстрела вчерашнего танка. Поваленное дерево, огромная там воронка. Напоминаем, все, удар случился тот день, когда Порошенко заявил о том, что он будет искать пути мирного урегулирования конфликта на Востоке. По-видимому, других путей сладкий мальчик Порошенко не видит, кроме как разрушать, убивать тех, кого он считает своими согражданами. Подожди, подожди!